Сегодня у нас второй выходной день, день отдыха. Прошли 2 недели гонки. Я думаю, как положительные, так и отрицательные вопросы у нас были. Но для меня, в принципе, тур прошел достаточно... Не прошел еще, но первые 2 недели прошло достаточно положительно. Мы видели наших двух молодых спортсменов, Галимзянова и Силина. Также Трофимов все очень хорошо показал. Так что надежды на 3-ю неделю, в принципе, у нас есть. Нас сейчас ожидает 2 этапа довольно-таки простых, можно сказать. И потом 2 этапа очень сложных. Я думаю, что на этих 2 этапах мы попробуем показать какой-нибудь результат. Типа едем в отрыв или... В отрыв уедем, скорее всего, потому что с лидерами на данный момент нам пока состязаться тяжело. Так что будем думать, как показать. В принципе, у нас сейчас не осталось людей в генеральной классифике, в общей классифике. Так что и Карпиц, и Гусев нас тоже могут ехать в отрыв. Я думаю, что сможем еще, у нас есть время, сможем показать результат, показать себя, что мы на туре присутствуем. Надежда у меня есть. И силы у ребят есть, так что нужно смотреть и надеяться. Главный результат для нас на 3-й неделе какой должен быть? Ну, главный результат у нас, как и был на всем туре, и на 3-й неделе остается тот же, выиграть этап. Окей.